Is everything all right? Yeah, you can come up. Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah. The place is beautiful. Still, we can't forget what we came here for in the first place. All right. Let's focus on the goal. Come on! Здарова, бандиты и бандитки, с вами, как всегда, Спикер, и продолжается зеленый отстойный выживание при максимальной сложности без смертей. И нам делать нечего, нам нужно идти спать, друзья, потому что энергии вообще не хватает. Вон там, возле моста должна быть кровать. Я помню, там я спал или не спал. Бери вкусняшки, бери попкорн, бери бабушкины пирожки. Наше выживание продолжается. Мы сейчас жарим этот кусок мяса и идем спать. У меня есть глисты, нужно их выводить. У меня 4-й уровень бессонницы. Здравомыслие очень падает. Сразу по 4 пункта падает. Обалденно, да? Забираем кусок мяса и идем спать. Потому что ночь, куда идти, у меня очень падает энергия. Потому что я и пить хочу. А вот знаешь, у меня появилась идея. А пойдем на вторую локацию. Уже утром пойдем на вторую локацию. Что эти кабанчики? Мне мясо нужно ваше. И вспомним наш тот домик. Ну, как тебе идейка? Потрясающе. Прямо сейчас родилась эта идейка. Потому что пойти вспомнить, что кого там и почем. Пойдем к мостику. А пойдем прямо сейчас ночью. На вторую локацию, где находится остров, где находится моя самая большая база. Я выживал там, я не помню сколько дней, 20, 30 или 40 дней там выживал, строил большую базу. А тут змей бывает. Да, тут есть кровать, но я пойду вот так. Я пойду туда. Там уже посмотрим железную руду. Возможно, там что-то осталось. Заберем оттуда железную руду. И уже пойдем, может быть, на рассвете или на обеде обратно. Аллилуйя. Так, у нас есть один кусок мяса. Можно его съесть. Это я тоже. Ай, погоди, у меня же эти глисты. Нужно аккуратно есть. Я просто грязный весь. Так, ну что, мы пришли сюда спустя, наверное, 15 или 20 дней. Мы вернулись вновь сюда. Костей нету почему-то. О, здесь бамбук есть. Да, здесь все есть. Здесь много бамбука есть здесь. Реально можно прикольно выживать. Кто у нас в этой локации? Крокодилы. Да-да, самое опасное здесь крокодилы. Туземцы тоже есть. Леопарды. Пумы тут есть, я помню, здесь пумы есть. Но тут нет змей. Тут нету у нас пауков. Не, пауки вроде были. А вот змей точно нету. Так, сейчас мы выходим. Нужно выйти... Выйти. Здесь все одинаково. Везде зелень. Непонятно, куда идти. Ну, главное, нужно двигаться и не останавливаться. Нужно найти еще грибочки и скушать один грибочек. Так, я пришел сюда. Куда я пришел, я не понимаю. Что за звуки? Туземцы. А у меня слишком мало энергии, чтобы сражаться с туземцами. Вроде гремит дождь. Куда я иду? Я иду по прямой.
Я должен выйти к круглому озеру. Так, я пока вижу что-то, но непонятно что. Там какой-то водопад, кстати. Кажется, я понимаю, где нахожусь. Примерно. А, выходим, там открытая поляна вроде какая-то. Кажется, бамбуковые заросли, где я срубал. О-о-о, мы вернулись. Аллилуйя, я вернулся. Обалдеть. Ты прикинь, сюда вернуться спустя, у нас 93-й день выживания, спустя много-много дней я вернулся сюда. А, и что у нас тут? Наш дом на месте. Реально, домик на месте. А что им, в принципе, будет? Крокодил, ты здесь плаваешь? По соседству крокодил, как я с ним воевал, как я его убивал. Он выползал и тут, и там выползал, он везде выползал, у нас тут полный срач. Но это все нужно, понимаешь? Рыба есть, рыбка есть, палки есть, все есть. Работали здесь по полной программе. О, форма для брони, обожженная. Забрать. То есть, погоди, форма уже готова, что ли, у меня? Так, крокодил не будет выползать? Ну что, дом, мой милый домик. Кто помнит, как мы строили этот домик? Ставь лайкосик, пиши коммент. Тут много воды, воды. Почему так мало заполнилось воды? А костер здесь у нас, ну, конечно, уже потух. Наши ящики пусты. Ну да, одни кости остались. Одни кости остались. Так, мне нужны, о, реально одни кости. Перьев сколько? Одни кости, все голо. Ни черта нет. Ничего толком полезно. Ой, сколько здесь перевязок. Ты посмотри. А, это я заберу с костом. Как пришел, знаешь, не к себе домой. Ну, то есть обычная перевязка, можно, знаешь, вот сюда накидать максимально, видишь? Удобно, видишь? Оп, все, максимально накидал, достаточно будет. А, ну, нужно поспать, наверное, там был сухой лист, да? Давай-ка его заберем. Можно поспать уже. Ну, я пришел, по идее, за железной рудой. Джунгли тут опасны. Тут крокодил самое опасное. Так, что я хочу? У меня все офигенно. Здесь мясо. Испорченное. Ну ладно, черт. А у меня все есть хорошо, но мне нужно выводить глистов. Глисты. Бессонница минус 4. Вот они. Съесть. Все. Я здоров. Возьму пару грибочков с собой. Пригодится на будущее. Так, ну, пойдем-ка спать, наверное, потому что мне бессонница. Так-то все офигенно. А руды я пока не нашел, но я еще посмотрю в ящике. Давай-ка мы поспим, все-таки бессонница. Дева, поправимо, выспимся. Так, сколько нам понадобится спать, чтобы полностью убрать бессонницу? Она не убирается, смотри. Она реально не убирается. А нет, три стало гораздо меньше. Так, наступил дождь. Ну, это неплохо. Так, я хочу пить, хочу мясо. Делать костер что-то я, конечно, не хочу. Так, что у меня по форме? Добыть из формы. Ага, металлические пластины мы добыли. Так, что у нас в ящике есть? Интересно. Банки, склянки я забираю с собой. Это я переплавлю. Так, крокодила не вижу, крокодила нету. А наши ловушки... О, сколько здесь рыбы. Ну, рыба, в принципе, не такая жирная. То есть, в ней мало будет протеина и энергии. Не буду даже тратить время. Делать костер. Мы просто идем обратно домой. Так, мне кажется, пиявка появилась, да? Все раны уже затянулись? Ага, пиявка. А, железной руды нет, я переплавил. Ну, я взял, в принципе, банки. Банки взял. Добыл две штуки железной руды. Тоже, в принципе, неплохо. Все, я иду. Пошел отсюда. У меня вообще еды нету. Съесть. Шишки нужно обязательно. Съесть шишки. И, кстати, нужно набрать флягу. О, погоди. Флягу наберем, потому что пришел сюда. А здесь что у нас? Пустая форма. Так, сухой лист я заберу. Он много места не занимает, в принципе. Во, вода. Выпить водичку. Забито все практически. Наберем фляжку и пошли отсюда. Мясо здесь все испорчено. 100%. Все, пойдем. На одной воде. А возьмем бананы где-нибудь. Чего не возьмем? А, тут у нас есть еще один ящик.
А, человеческое мясо. Человеческое мясо. Личинки. Можно набрать личинок. Потому что там будем рыбачить. Вот так гусениц у нас. Да, сколько всего у нас. Я, если, конечно, не видел эту базу. Так, у нас есть туземное копье. Наверное, 100%. 93. 99. Вот так. Поменяем. Все, погнем. Погнали отсюда. А в этой локации пещера у нас... Сейчас припомню. Или не припомню. Не помню, ведь пещер есть, либо нету их. Мы просто отсюда уходим. Мясо здесь не попалось. Нужно пускать ловушки, они уже все сработали. Мы бежим, бежим. Отсюда шишки упали. Вижу. Сейчас нужно мясо. Сейчас нужно мясо. Но я, в принципе, поспал. Бессонница маленькая упала. О, фрукты. Ну-ка, что у нас по фруктам? Нет, пока не хочу. Хочу мясо. Мясо все у нас закончилось. Сейчас нужно реально до дома добежать. И там будет мясо. Ну, добыл я две руды. Пришел. О, туземцы. А где туземцы? Два туземца. Браво, браво. Так, как бы их убивать? Один с копьем, второй без копья. Надя прям в спину, как воин. А, сейчас сдохнет. А тебе хэдшот, держи. Промахнулся, сдох. Ну что, один на один. И одна стрела. Красиво сдох. Ух, жестко я его проткнул, да, друзья? А, бессонница меня мучает. Сейчас уходим отсюда, ничего не берем. А, кости, мясо, все дело выкинем. Нужно вернуть свое оружие. Верни свое оружие. Перья есть. Ну это прикольно. Деревянный ножик. Так, мне нужно копье просто взять и все. Погоди, туземное копье мы не сможем взять. Кирка. А топорик. Что же выкинуть? Вот не знаю, что же выкинуть. А ничего выкидывать не будем. Заберем нашу стрелу. Смотри, как впендировалась. Забирай стрелу. Быстренько, быстренько. О, и уходим отсюда. Быстро. 2 туземца здесь были. Давненько не убивал я там туземцев, на той локации. А, сейчас я вспоминаю путь домой. А, вспомню. Сейчас на выход из пещеры и налево. Кстати, здесь пещера, здесь я добуду еще железной руды. Что у нас по месту? Кости, выкину их к чертям. Сейчас добудем еще железной руды здесь. Два куска, походу, добудем. В принципе, нормально, смотри. Но я боюсь, места не хватит. Так, погоди, мы не торопимся? Аккуратненько, не торопимся, нужно двигаться. Скорпиона здесь. И смотрим. Он, железную руду вижу. Скорпионов смотрим. Ну, порадуй меня. О, порадуй меня. Молодец, порадовал. Так, ну что? Бей, 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 бей. Давай, давай. О, чудесно, 4 штучки у нас есть. Маленько устали. Так, что у нас по еде? Что у нас вообще есть? Пить хочу чуть-чуть. Давай-ка скушаем эти грибочки. Руки пока чистые. Хотя бы, знаешь, поднять 5 углеводиков, и то уже что-то. И, конечно, нужно выпить воды. Воды, воды. Выпить. О, человеческое мясо. Да выкинуть его. Нафиг не надо. Таскай килограммы эти. Так, это я сейчас съем, это я съем. Можно есть, конечно, личинок. Так, ну все, хорошо, только мяса не хватает. Сейчас дойдем до самолета и потом пойдем вдоль скалы, зайдем в ту же пещеру и вернемся домой. Так, грибочки. 5 углеводов. Здравомыслие еще плюс. Знаешь как? А бессонница меня прет. Смотри как. Прям прет бессонница. Если не пройду. Ой, змеюка вон. Хотел перепрыгнуть камень, а там змеюка еще. Так, ну что, я вернулся обратно сюда, где я добывал мясо тогда. Нужно спуститься аккуратненько, не наступать на змеюк. Они очень кровожадны. Так, 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 аккуратно. Главное не разбиться. Ой, замри! Так, тушканчик, не хватает места. Побежали, побежали к самолету. Мало энергии, нужно успеть добежать до дома.
Так, вот здесь, знаешь, тоже много мяса бегает. Здесь у нас нос с самолетом. Там я что-то пытался выживать, кстати. Вот, нос с самолетом. Что-то пытался выживать, что-то тут было у меня первое время. Ну, то есть кровать тут у нас есть, миска пустая, доска есть. Она не нужна. О, гусеница. Я заберу личинки. Какие живучие личинки. А пустые кастрюльки. Кстати, можно набрать воды, но это долго будет. Я не буду тратить время. Моя бессонница растет. 4 уже. 4 уровень бессонница. А я бегу домой. Только аккуратно, не нужно наступать на скорпионов здесь, на всяких пауков. А змеюку видишь, какая змеюка? Заметил змеюку. Так, что у меня по жирам? Главное соблюдать жиры. Кто там ползает? Показалось. Шишки, шишки, шишки. Шишек нету. Доджик перестал. Так, нужно подняться наверх. Идем по верху, заходим в пещеру и снова по скале. Ну, мы добыли, в принципе, 4 куска железа. Добыли 3 банки. Ну, забрали 3 банки. И возвращаемся домой. В новый дом. У нас много домиков здесь было. Много где выживали. Смотри, там крокодил, там туземцы. То есть везде есть плюсы и минусы. Ой, грибочки. Ой, грибочки, я хочу их съесть. Видишь, и поднимается энергия еще. Плюс 2 энергии. Мне хватит и 2 энергии на 2 метра пройти пешком. Тут паук где-то бегает. Что это, колбасит? Ощущение, как будто что-то колбасит где-то. Непонятно, что и где. Так, ну где вход? А, вот под пещеру. Так, а возможно респонуюсь еще разок на этом же месте железная руда. Сейчас мы глянем, кстати. Давай-ка глянем. Прям справа должна быть железная руда. Есть она? Нет, добыли, все, не респонулось. Но у меня, она появляется через некоторое время. А возможно что-то еще я упустил. Сейчас посмотрим. Камень, камень. Сколько у нас килограмм? 33 килограмм, в принципе, нормально. Но энергии мне достаточно, чтобы дойти до дома. Без проблем. А вот дома меня ждет потухший костер и испорченное мясо. Вот стопудово. Там у нас было много мяса, и она уже, наверное, испортилась. Так, больше железной руды здесь я не вижу. Ну, не беда. Так, выход вижу. Бегом на выход. Теперь направо и идем вдоль скал. И врезаемся в наш дом. Так, я на выходе. Все, спускаемся. Скала идет у нас вправо. Бежим, бегом, бегом, бегом. Пока есть энергия, бежим. Да, пещер, конечно, нашли, только новых пещер мы не нашли. Кто-то палки бросает в меня. Но добыли достаточно руды, чтобы хотя бы что-то сделать. Броник, кстати, взяли. 2 пластины взяли. А нужно, наверное, 3 пластины, чтобы сделать броник. Где нужно сделать броник? На руках или на ногах? Вот в чем вопрос. Пиши комментарий. Что-то опять кидает сверху. Так, где? Где мой лагерь? Кстати, там можно напиться. Ну-ка, давай-ка добудем. Выпить. О, 15, нормально. Добыть из него. И пойдем сразу же. Все, пойдем. Забрали с собой. Здесь у нас проход, там, видимо, шишки падали. Или нет? Или показалось? Нет, не вижу шишек. Не, это пальма, это не шишки. Так, проход я прошел, значит, следующая остановка — мой дом. Так, пиявка появилась. Здравомыслие, у нас все нормально. А вот бессонница мучает. 4 уже уровень бессонницы. И я вернулся домой. Вон мой дом. Ну, как поживается мой дом? Тут у нас нет пещеры никакой? Нет, к сожалению. Я вернулся домой, я пришел. Кто меня тут ждет? Сейчас проверим. Так, бананы сразу же. И пиявку нужно убрать. Пока здравомыслие не падает сильно. Так, так, готово. Так, еще банан есть. Так, ну что, уровень 4. Бессонница 4 уровень. Костер у меня потух, нужно его разжигать снова. Туземцев здесь нету, ну хотя бы, знаешь, ничего не сломано. Это уже радует. Потому что костер потух. И все обалденно. Теперь у нас будет засуха. Много дней засухи, 90
третий день выживания. Смотри, сбегал за рудой. Ну-ка, выпьем воды. Побольше воды, бессонница, мне плевать. Мне главное мясо. Мясо, наверное, испортилось у меня здесь. Да. Ой, погоди, смотри, есть еще два часа. Съесть. Подняли энергию. О, сколько бананов. Ты посмотри, сколько бананов. Добыть. Так, нужно выкидывать. Что я принес интересного? Так, выкидываем в ящик. В ящик. А руду выкидываем. Руду. Зачем таскать? Она очень тяжелая. Много мест занимает. Ну, выкидываем. Вот так. Так, потом мы выкинем. Эти тоже много мест занимает. А чашки. Пластины можно выкинуть тоже. Они тоже пока не нужны. Можно как-то компактно сделать. Вот так. А потом этот камень выкидываем. У-у-у, сколько тут мест. Смотри-ка. Не вылазит. Так, тут мы добыть надо. Личинки добудем. Потом порыбачим. Обязательно порыбачим. Так. А добыть. В следующем ролике мы порыбачим именно вот тут уже. У нас уже есть удочка. Без проблем сможем порыбачить. Так, все, я выкинул. Тут добыть еще. И четвертый уровень бессонница. Так, мясо я съел, мне нужно идти на охоту. Так, кирка мне здесь больше не нужна. Заберем, то есть заберем копьем, кирку выкинем. Все. Ой, я не то выкинул. Кирку сюда. Топор, топор. Идем за мясом. У нас там много ловушек. Возможно, кто-то попался, возможно, нет. Но проверить нужно. Так, ну тут нужно опустить. А там стопудово кто-то попался. Сейчас нужно сделать костер. Сколько у меня? 27 килограмм. У меня много чертовски бананов. Ну-ка, скушай бананчики, скушай, наверное, шишки. Много всего принес. Там уже вижу, когда висит. О, я наелся, я реально офигенно наелся. Пальма, пальма еще. А место есть, а для пальмы места нету. Смотри. А... Погоди, погоди, да никто не попался. Вот, смотри, какая задница. Смотри, чья-то задница торчит. Держи! А, за ним, за ним, за ним. За ним скорее. Второе копье. Аккуратно идем через кусты. Смотрим налево, направо. Он убежал с моим копьем. Вот он. Никто не попался, к сожалению. Ну, разделали. Забирай копье. И уходим отсюда. Я вижу фруктики. Так, углеводы больше не нужно поднимать. Так, идем домой. Опускаем все ловушки. И делаем костер, жарим мясо. Кабанчики! А ну разби... Погоди, я хочу с помощью хедшота сделать. Оп! Минус один. Оп, минус два. С моей стрелы бежал. Смотри, пошел направо. Видишь, пошел направо, он должен сдохнуть. Какие стрелы там. Как в пиндерек-то, да? Он стопудово добежал до моего лагеря и сдох там. Я ему стрельну прям меж глаз. Он должен сдохнуть. Так, забираем тебя тоже. Мяса много не бывает. И побежали домой сейчас. Правда, очень тяжело будет бегать. Но ничего, добежим. Да не, нормально, в принципе, бегает. 46. Я еще наркостей заберу. А, не хватает места. Так, куда убежал третий? У-у-у, кто попался? Смотри, который кусался. Так, погоди, а где моя та дичь? Он ушел направо. Он ушел направо. О, бревно. Мне нужны палки. Заберем бревно домой. Мне этот дом пригодится. А где моя тушка? Тушка, ты где? Ну, с одной стрелы, возможно, он остался живой. И где-нибудь сдох очень далеко. Так, дома у меня сыро. Дома у меня очень... без костра очень неуютненько. Палок мне недостаточно, чтобы сделать костер. Сколько костей. Так, кости сюда выкидываем. Бессонница. Четвертый уровень бессонница. Так, забираем палочки. Для чего я и все дело готовил. Так, 5, 6. Нужно 7 или 8.
Им нужно еще мелкие. Так, добыть мелкие палочки. Так, еще добыть. Думаю, будет достаточно. Так, забираем. А, залу здесь. Ага. И новый костерчик. Я снова вернулся здесь выживать. Так, 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 все. Энергии мне хватит буквально только-только. Так, изготовить, использовать. Только-только мне хватит энергии приготовить уголечки. Давай, давай. О, yes. Нормально. Yes! Все, и пошло мясо сразу на плиту. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ух, сколько здесь. А, две тушки. Там еще третья тушка висит. Можно пойти, конечно, забрать ту тушку. Так, один день. Я хочу съесть бананы. Нет, бананы вообще не хочу я. Так, добыть. Практически пятый уровень бессонницы. Обалдеть. Я хочу десятый уровень бессонницы. А, тушка висит, смотри, пойдем заберем тушку. Далеко бегать не надо, видишь? Можно и поблизости подойти и забрать эту тушку. Так, ну пойдем со мной. Спать не будем, мы продолжаем проводить эксперимент и не будем спать, а есть мясо. Мясо поднимает энергию очень хорошо. Просто находим наших кабанчиков, тушканчиков и просто кушаем ихнее мясо. А здесь начинается полный срач, здравомыслие минус 5, пятый уровень бессонницы. Ну слушай, довольно уже сильно упало у меня здравомыслие, практически на 50% упало. Ну сейчас кушаем 4 куска мяса и все дело поднимется, здравомыслие наше. Обалдеть. Как я издеваюсь над нашим главным персонажем. Так, нужно скинуть залу. Нам сюда. Эти чашки тоже выкинуть. Так, хочу воды. Так, наберем фляжку еще. Так, теперь у нас вода здесь чистая. Теперь воду набираем. Наверное, отсюда можно набрать фляжку. Ой, погоди, а там грязная? А, чистая. Да, выпить ее, выпить. Так, погоди. О! Вылил. Набрать ее. Все, 100% чистая вода. Все хорошо. Мясо приготовилось. Ну-ка, бежим. Так, сразу съесть можно. Потому что я, в принципе, и протеичка. Поднял все. А, пока хорошо. Но бессонница меня еще мучает. Так, еще есть мясо. Сейчас мы приготовим. Приготовим мяском. Еще нужно съесть, наверное, 3 куска мяса. Съесть, да, еще кусочек мяса и все. 100% у нас есть. Так, банан съем. Так, нужно дальше строиться. Дальше ставить стены, дальше ставить крыши. Понимаешь, нужно ставить крыши. Ну, это будем уже делать в следующих роликах по зеленому аду. Спасибо, что смотрели до конца, друзья. Спасибо за комментарий, за лайк, уже увидимся в новых роликах. Всем удачи и всем пока.